мы сегодня необычный день имеем. Вначале в основном готовить плотину. Все-таки пилу Володя не дал нам, а сыну Андрею, это и он убирает. А я вышел тут, о, Машенька гуляет с собачкой. Где-то ему в Горном Алтае, что ли, подарили. Это лай. Что-то как лайка. Это его техника, он тут. Посмотри, что у него тут налеплено. Ну, ну что такое, а? Как ты байбак такой? Сливками питаешься, небось? А чего ты такой толстый? Ну вот, я тебе еще соболь какой. Видишь, гляди, грызет, а? Ну ладно, сообщили, наши едут, уже подъезжают. Вообще всю ночь гнали, говорит, с Омска. Пошли мы. Слава Богу. Слава Богу. Пойдем, Марьясова встречать. А Сергей Пупков, видно, остался там на машине за собакой приедет, за Верным. Ну а Валера-то домой. Там ждут его, и я. Уперся. Ну-ка сними. Ой, какие собачки наши, а! Вот они, батюшкины, хоромы охраняют. Ну, ой, как они играют. Ой, с той стороны можно заснять. Ну, что такое? Все, Верный прыгает. Ой, она на него. Рена, ты стой, как-то заложить туда надо. Вот она. Да ты что делаешь-то? Кусай. Ну, ничего не понимает, балуется. Ой, ой. Ей это уже еще пятый месяц, она его с ним ростом. Она целый день гоняет его. А он очень подвижный. Э, ты что делаешь? Вот она как. И он с ней играет, понимает, что это девчонка. А, кобелек и сучка. Вот они как. Ну все. Мы пошли. Пойдем. Он спросил, баня у вас только по субботам. Я говорю, почему же мы сегодня истопим. То, ну спаси Христос. Уже где-то рядом едет. Я буду караулить у дверей. Пойдем срочно затоплять печку. Uh-huh. Эту баню. Поехали.